Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля. Сегодня я задал Сергею вопрос о том, какие у него планы, о чем он мечтает, к чему стремится. И вот что он нам сказал. Ну, я не строю никаких планов именно относительно далекого будущего. То, что на данный момент во мне живет, я понимаю, что нужно себя развивать во всех сферах. Что касается моей профессиональной жизни, я понимаю, что времени немного и надо его использовать по максимуму. И во всех сферах, которых только я могу, я хочу себя развивать. Ну, я, конечно, думаю об этом, но я не забегаю так далеко, потому что мы всего лишь люди, а пути Господни, они неисповедимы. Ты можешь много замыслов в сердце человека, но состоится определенное Господом. Поэтому я, ну, стараюсь далеко не забегать, потому что я считаю, ну, в этом может и не быть смысла, как окажется. Ну, потому что ты можешь задумать какие-то планы, а у Бога свои планы на тебя, и они могут поменять твои планы, просто и все.